Когда-то цитата из этой книги стала для меня судьбоносной. А позвольте побыть вашей молчаливой галлюцинацией. Столько лет прошло, а на моих глазах рождается новая история любви. Никогда ничего не просите. И в особенности у всех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов людей. Я ведьма, 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 очень довольна. Приятно слышать, я жду, так вежливо обращайтесь к котому, с котом. А там обычно, там что-то говорят, или говорят, хотя не один, никуда ни с кем, никуда ни с кем. Вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда. Слушай без мучений, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни – тишину.